Сьогодні, як і завжди, ми вітаємо у нашій студії «Напрошу цікавих гостей». І сьогоднішній день не є виключенням. У нас в гостях Ірина Кураченко. І сьогодні будемо говорити про захист прав людини і про права людини як такі. Які вони є, яких із них ви знаєте і як їх, власне, захищати? Відповіді на ці та багато інших питань сьогодні почуєте в нашому ефірі. Доброго ранку, Юра. Доброе утро. Всемирный день, есть ли какие-то традиции, как-то он празднуется, может быть, организуются какие-то конференции, люди выходят на площади, общаются, делятся своими правами. Как это происходит, знаете ли вы какие-то всемирные традиции? Ну, особых традиций таких вот массовых нет, это обычно какие-то сообщения, это какие-то воззвания, это какая-то констатация фактов, потому что декларация, всемирная декларация, это такой некий документ, на который ориентируется все человечество. Да, это документ, который был зафиксирован. И, собственно говоря, этот день с 1950 года мы отмечаем этот как день. Но это некий такой ориентир, по которому, к чему должна стремиться цивилизация. Да? То есть правила игры, которые принимают совершенно все как... для всех. Да. То есть мы что-то сделали, такой универсальный какой-то документ, который бы устроил всех людей. И который бы напоминал нам о том, потому что, может быть, какие-то права мы хорошо знаем. Да? Что-то мы тогда, когда нам нужно, может быть, используем, но, может быть, какие-то права до сих пор, ну, то, что касается в отношении женщин, допустим, в нашей стране, как ни странно, эти права все-таки не являются этими равными возможностями, как в других цивилизованных странах, в Европе. Но при этом, в принципе, у нас много женщин-лидеров, у нас много женщин, которые возглавляют и какой-то отдельно взятый бизнес. Есть много женщин, которые работают на ключевых административных должностях. Бывали случаи, когда и женщина была премьер-министром и руководила, в принципе, внегласно всей страной. Поэтому, ну, говорить о том, что там совсем все так плохо, наверное, не приходится. Ну, а все же, если брать там некий цивилизованный мир. Насколько мы находимся на передовых позициях, либо где-то, вот как часто любят говорить, не знаю, вот тут не российская шутка, просто так, нас часто сравнивают с какими-то менее развитыми африканскими странами, что у нас все так плохо. Как все-таки по вашему делу? Я думаю, ответ на это питание мы обязательно маємо сьогодні почути, але після рекламної паузи, тому що на годинниках уже за 15 хвилин до 8, тож не перемикайтесь і не забувайте номер нашої студії 213-46-24. Сьогодні говоримо про права людини. Якщо маєте питання, то телефонуйте. У нас така бурхлива суперечка розгорілася поза кадром з приводу гендерного паритету. У нас, в принципі, це взагалі популярна тема, але зовсім заговорилися, забули про те, що у нас День прав людини. Перед тим, як ми вийшли на рекламу, Юра задав Ірині Кураченко, наші сьогоднішні гості, питання з приводу того, наскільки взагалі от Україна в світовій спільноті, на якому, ну, хоча б умовному місці, третьому з кінця або спочатку, за от, виконанням тих самих прав людини. Примірно так, тому що, і, кстати, ситуація після того, как была введена квота, собственно говоря, в Верховную Раду, да, была введена квота, то ситуация еще ухудшилась, скажем так. И ну, то, что мы говорили здесь во время рекламы, да, то есть позиция, нам кажется, что отдельные ситуации, не все так плохо. Да? Вот руководитель Нацбанка, вы говорите, вот у нас был премьер-министр, премьерша, правильнее говорить, если уже использовать там гендерные, да, какие-то подходы. То есть мы, вроде бы есть же женщина. Но на самом деле их общее количество настолько мало и незначительно, да, вот по сравнению с мужским руководством. Опять же, то, что касается производства, вы говорили, да, вы когда-нибудь видели руководителя, ну, завода, да, или там нефтяной промышленности, да, вот женщина, которая руководила бы таким предприятием. Аргументы по поводу того, что это тяжелый какой-то труд, ну, знаете, мы же говорим о подходе выбора, и если прочитать, опять же, объявление о работе, да, как, кого, там дискриминация встречается сразу, и практически в каждом объявлении мы найдем дискриминацию по возрасту. Ну, например, да, вот ко мне часто приходят женщины в определенном возрасте, там, бальзаковском, скажем так, и говорят, ну все, если я потеряю работу, да, страх такой, ей 40 лет, она боится потерять работу, потому что она дальше никому не нужна будет. Потому что ну, есть... Я думаю, в данном случае здесь больше критериев в основном возраст, потому что у мужчин, когда они действительно подходят ближе к пенсионному, в принципе, есть те же
же самые страхи. Мы же говорим про права людини и дискриминацию загалом. Мы говорим о том, что у нас не соблюдаются, потому что, когда мы читаем объявление, там написано, женщины до 40 лет, даже это, наверное, уже какой-то возраст, это даже... Клише. Да, до 40 лет, ну, 45 еще встречаются, а потом что? Она не обладает, причем, на такие должности, которые, скажем, не связаны, ну, бухгалтера, да? Вот скажите, почему бухгалтер до 45 лет? Почему? Дальше. Возрастные ограничения. Мне рассказали, вчера было интересно, у нас позавчера был интересный тренинг для журналистов по поводу как раз вот гендерных вопросов, да, подходов. И рассказали участники, что они провели такой некий эксперимент. Они позвонили работодателям, и девушки молодые говорили о том, что у нее нет опыта работы, потому что иногда у нас молодежь говорит, ну, мне сложно найти работу, потому что у меня нет опыта. Так вот, провели эксперимент и называли возраст 25 и 40. Те, кто называли 40, с ними вообще не хотели разговаривать. Мы не нуждаемся, да, в... А вот дальше те, которые девушки помладше, да, очень интересно, и приглашали их на собеседование. Мне кажется, это реальность. Да, мне кажется, что бизнесмены новой генерации на самом деле все меньше обращают внимание вот на факторы, связанные с возрастом, как раз факторы, связанные Давайте с полом. Давайте откроем объявление и посмотрим. Ну, я говорю о нормальных бизнесменах новой генерации, а не о тех, у кого принято вести как-то бизнес по старинке. Ну, в любом случае, есть какие-то в обществе подвижки, но при этом, к примеру, если брать какие-то социальную и культурную сферу, здесь вот ключевые позиции, в принципе, как раз руководящие занимают традиционно женщины. Вот тоже почему-то вот так почему складывается. Вот почему тоже. В принципе, это может. Вот, например, у нас в студии Хотя здесь... сейчас министр социальной политики все-таки мужчина. При этом, в принципе, силовиками руководит сейчас женщина. Да, все реформы, связанные с полицией, как раз идут из ее рук. Здесь, в принципе, можно долго говорить о том, что есть исключения из правил. К сожалению, у нас есть пережитки из прошлого в обществе, и мы с ними боремся. Я надеюсь, что как раз вот здесь мы будем по ступеньке подниматься все выше и выше. А какие, кроме... Я прошу прощения, нас... Мне хочется как раз тоже пообщаться на эту тему. Мне хочется доминировать здесь, да? Нет, абсолютно нет. Мы всегда, кстати, здесь в студии стараемся как раз вот примерно друг другу давать все больше и больше слов. Анна, конечно, больше будет смеяться. Что? Так от, взагалі, принциповий, ну, як на мене, принциповий розподіл на жіночі та чоловічі професії – це є махрове середньовіччя. Річ йде о том, я просто хочу сказати, що ми повинні мати рівні можливості всі. Да? І не можна говорити о том, що є чисто мужські професії або чисто жінські. Да? От в цьому є... Тобто у мене має бути вибір. Річ йде не о том, що, ну, якщо я там монтажниця і хочу бути, да? Но мне говорят, это не мужская профессия. Да дайте я попробую сама на своем опыте пойму, что это мне не подходит. То есть речь идет о правах тех, чтобы человек имел доступ равный у всех. Возраст, пол, вероисповедание, национальность. Да? То есть абсолютно равный подход, который еще наблюдается у нас. Это даже не пережитки прошлого. Я думаю, что это общий такой подход. Потому что на самом деле, мне кажется, главное, что ну, дети наши знают декларацию. Вот в школе этому учат. Кто это вообще декларацию прав человека. В Америке, я знаю, точно учат. Они точно знают на зубок, но у нас кто-то вообще в рамках каких-то, кроме исторических фактов или даты, что она была принята, суть этой декларации знает, сколько там статей, о чем это, да, и зачем она вообще... Здесь вообще, да, в комплексе вопрос. И знаете, как в Америке, вам первые слова, которые говорят, я плачу налоги, и я знаю свои права. Вот, наверное, каждый ребенок уже с детства знает. Знаете вы свои права, чи знаете, в чем полягає сутність декларации прав людини? Давайте зараз з'ясуємо. 213-46-24. Номер нашої студії. Телефонуйте. Ми хочемо вас почути. Якщо хтось із наших глядачів знайомий із змістом декларації прав людини, будемо раді з вами поспілкуватися. Якщо ні, лишайтеся разом із нами після наступної рубрики. Ірина обов'язково нам про це розкаже. Отже, ми чекаємо на ваші дзвінки. 213-46-24. Тема права людини. Якщо ви знайомі із змістом декларації прав людини, будемо раді з вами поспілкуватися. Ну і, власне, ми вже так заговорили, Юра навіть став якусь таку оборонну позицію з приводу там гендерної дискримінації. Хоча, як на мене, знову ж таки, це така от гра у обидві ворота, тому що і жінок дискримінують, і чоловіки страждають саме від цих гендерних стереотипів. Я можу привести приклади, коли ко мені приходять на консультацію, або приглашають в качестві експерта.
экспертки на судебные процессы, связанные с определением места жительства ребенка. Но бывает, когда семья распадается, то определяет место жительства ребенка, и он почему-то у нас существует традиционно с мамой. Да? Хотя вот ситуацию, случай, который я сейчас сопровождаю, ребенок живет уже 2 года с папой, папа выполняет обязанности, развивает, полностью, скажем так, я даже наблюдаю эту ситуацию, общаюсь, и они приходят на консультации, идеальный, я бы сказала, идеальный папа, да. И вот адвокат буквально заявляет, говорит о том, что у вас мало, почему мало шансов? И практика такая, что оставляют с мамой. Почему? Ребенок реально живет 2 года, реально. Мама почему-то занята своей карьерой, кстати, да, и ее больше волнуют эти вопросы. Почему такая вот судебная практика сложилась? Поэтому мы тоже должны говорить о том, что мужчины тоже в каких-то ситуациях у нас бывают ущемлены в своих правах и в своих возможностях, или их тоже в чем-то ограничивают. Поэтому основной месседж все-таки декларация – это равные возможности к тем правам и свободам, которые существуют. Всем во всех сферах. По сути, в принципе, так и получается, потому что действительно вот как-то мы традиционно размышляем влево и вправо. На самом деле, действительно, каждая ситуация, она является, наверное, особенной, и хотелось бы, чтобы она и рассматривалась какими-то высшими инстанциями, действительно, на каких-то равних правах. І оскільки ми так і не дочекалися дзвінків наших глядачів, робимо висновок, що не дуже знайомі ми з Декларацією прав людини та її змістом. Іра, останнє питання, в чому ж вона полягає, якими є основні постулати Декларації прав людини? Звісні нам права на свободу, на віросповідання, на вибір діяльності. Знаєте, що я також пересматривала, не вважаю себе експерткою або достатньо компетентною в цих питаннях, але, тим не менше, пересматривая декларацію, обратила внимание на то, что в декларации записано, что народы имеют право, если они подвергают, то есть право даже на революцию. По сути, да, то есть зафиксировано, если они угнетены, если они чувствуют такую дискриминацию, то они имеют право восстать против диктатуры. Очень интересный такой момент. Видите, на самом деле, в принципе, тема действительно, можно о ней говорить все утро и не переговорить. Рада, что вы пришли в этот международный день к нам в гости. Надеюсь, что вы как эксперт к нам еще придете не один раз. Экспертка. Экспертка придете еще не один раз нам в студию. До речі, це дуже важливий нюанс, який я б хотіла заакцентувати, тому що, власне, всі ці гендерні стереотипи, той же сексизм, він же спостерігається навіть у мовній традиції і мовній практиці. Літературна норма говорить нам про те, що саме чоловіче рід, чоловіча форма є правильною, а жіноча – неправильною. На сьогоднішній день, оскільки мова також є динамічно розвиваючою структурою, відтепер правильно і так, зокрема в деяких європейських мовах. Сподіваюся, що і українська мовна норма так само буде змінюватися у дусі часу. В общем, у нас є в студії 2 експертки. Як пам'ятаєте о тому, що, в принципі, саме время, можливо, якщо ви вже успіли зібратися, приступити к завтраку. А поки що, большое спасибо ще раз, що к нам прийшли в студію. Надіюсь, що ми ще з вами піднімемо не одну саму актуальну тему для общества. Далее у нас в эфире будет полезная информация. Что это будет? Будет сюрпризом для всех нас. Спасибо.